On the revolution and the victory, comrades. Только революция, только победа, товарищи. This is a total tank generals, turn-based strategy about World War II. Ну что, у нас очередная тактика пошаговая про Вторую мировую войну, и в этой тактике как-то вот пистолет вообще не к месту. Ну, типа на заднем фоне должны быть, ну, отряды там какие-то, бойцы, мы же не пистолетами пользуемся, мы пользуемся отрядами. Зачем здесь ручное оружие показано, это я не понимаю. Но танк к месту. Yeah, weird that we see this pistol on the back front, like the plane, the tank, the uniform, that's okay, but this is a tactic, that's not infantry or something like that. That's not action, so why we you see a pistol at all? Okay, let's go to campaign. Пойдем в кампанию. Жуков campaign. Кампанию Жукова давайте. Patton Rommel. Not available in demo. Недоступно в демке. Sad. Здравствуйте, товарищ Жуков. Вот жалко, демки невозможно за вас поиграть. Только за Ромеля можно. Okay, we are as Nazis. Но заставляют за нациков играть. Very unpleasant thing. Очень неприятная вещь. Battle for Arras. Бой за Arras. Май 40-го года. Несмотря на недостаток опыта, Роммеля возглавил 7-ю танковую дивизию. Без брони невозможно было бы пройти. Надо было пройти линию Мажино и дальше продвигаться к городу Arras. Здесь союзники атаковали немцев самыми сильными своими атаками. И если получится, то они перережут и в огневой мешок в окружении окружат армию немцев. You know, there is a lot of World War II tactics, and I dislike that genre. The only game that I actually like and would like to play again in World War II, that's actually Man of War first. Знаете, на самом деле я вообще почему-то не люблю почти все игры про Вторую мировую войну, включая и тактики. Единственная игра, которую я с удовольствием проходил и которая мне действительно заходит про Вторую мировую войну, это «В тылу врага». Вот как-то так. Вот она единственная почему-то, которую я могу играть, и мне нормально, и меня почему-то, ну, она меня как-то задевает и интересно, вот, а остальные не как-то, ну, никак вообще. Okay, victory condition, условия победы. Brilliant, 9 turns, за 9 ходов нужно сделать, 12, 16, 12, 16. And like it's not a question about how many forces we will save, не важно сколько типа мы войск сохраним. Okay, this is a longer route. Вот это более длинный путь. We will go through the shorter one. Мы пойдем через более короткий. Let's start movement. Ну что, начнем движение. Well, there. Ну, поехал. Missed, промазали. Enemy spotted, каких-то врагов обнаружили. Окей, так. There is ability to use like bombing or something. Возможно, бомбардировки и все такое использовать. But how that? Ну как это было? Узнаем что-то больше. When you capture your first airfield, you will be start accumulating air mission points, spent them using. Ага, то есть когда мы аэродром только захватим, только тогда можно будет как бы использовать артиллерию и все такое. Okay, that's artillery. Это артиллерия. Can I fire here? Могу ли я тут атаковать? Нет. А this one, вот это. We go here, если мы сюда передвинемся. Now I can attack. Вот теперь можно атаковать. Firing. When ready. Залп. Okay, it fired only once. Только один раз атаковало. That's artillery, what? Flak. Ага, это зенитка. Okay, that's a flak unit. Anti-air. Против воздуха. Now, can I strike with my
Мортар, минометом немножко сейчас долбанем. That's all I can do. Похоже, все, что я могу сделать. Вон, here, сюда поехали. Let's go far ahead. Давайте вперед. Oh, that's a heavy damage. Да, урон достаточно сильный я получил. Can I go here? Можно ли сюда переехать? Okay, what's this? Что это? Flag regiment. Это у нас снова зенитка. I want to take this position. Хочу вот эту позицию атаковать. Okay, more. И еще. No, that's out of action. Все, очков действия недостаточно. I cannot move the air. Туда я не передвинусь. Enemy destroyed. Враг уничтожен. Now take the airfield. Забираем аэродром. Okay, attack versus light targets. Против легких целей атаку берем. And move forward. Двигаемся вперед. Recon. Разведка. Do we need it right now? Интересно, мне сейчас разведка-то нужна. Пока не думаю, что она мне нужна как бы. Fire, огонь. Вон, here, сюда двигаемся. Okay, we will kill the enemy. So we can have three units on one tile. У нас получается три бойца можно. Три боевых отряда на одной точке размещать. It's still alive, все еще живы. Okay, infantry, пехота. I cannot attack, атаковать не могу. Okay, infantry moves there, пусть пехота туда двигается. Окей, okay. Hide in the bushes, пусть прячутся в лесах. And I have the points to recall some troops. Могу кое-кого призвать в бой. Armor, броню, cavalry, кавалерию даже могу. Mortars, мортирки. Panzer 3, давайте этот самый панцирь сюда. I guess I won't have one year. Я и здесь буду одного иметь. Artillery, артиллерию. Let's have this. Давайте вот это. And infantry. And this is all. И это все. Yeah, okay. Ладно. Can fire, может ли атаковать? No, he cannot. Нет, не может. Okay. The mortar can. Мортирка может. Yeah, можешь убивать. No, нет. Pressing forward. Заходим вперед. Defense, оборона. Okay, let's increase. Давайте увеличим оборону. This can move. Эти тоже ребятки могут двинуться. So sad I cannot see who else can move. Жалко, я не могу увидеть, кто еще может двигаться. 270 infantry. Okay, cavalry. Давайте кавалерию еще возьмем. Cause why not to have horsemen in World War II? Потому что почему бы не иметь лошадиста во Вторую мировую войну? По-моему, так и надо. Yeeha! Hippie-ka-yo, motherfuckers. Давайте сюда. Mutterfickers. If we speak German. Я их мёхта, ты спрехе дойч. Was ist los? Feuer frei.
Ну, давай атакуем. Окей. Next turn, следующий ход. Enemy's turn. Это у нас враг. Enemy is killed, убиты враги. More horsemen, больше лошадистов. And they attack my artillery. Мою артиллерию уничтожили. Oh. Okay, I need to... Oh, that's really heavy. Это, блин, реально сложно. Would I manage to go through? Интересно, смогу ли я пройти? Strategic bomber. Стратегическая бомбардировка. Dive bombing. Это у нас как бы ныряющая бомбардировка. Окей, go here. Сюда пошли. Kinda okay, ну типа нормально. Вин, заходим. Окей, infantry now surrounds. У нас пехота теперь окружает противника. Now this horseman. Лошадист сюда поскакал. Wow, like... Управление не очень удобно. The controls are not the best, really. Okay, the artillery squad. Артиллерийский взвод. Fire. Огонь. Мист по кому-то промазали. Now can you... Теперь можешь ли ты атаковать? No, нет. And that artillery goes here. Вот эта артиллерия сюда двигается. I have no points for new artillery. У меня нет очков на новую артиллерию. This can kill. Вот этот убивает. By the way, we can restore. Мы как-то можем перезарядиться там и подкрепиться. Rush here. Давайте сюда. Okay, we forced enemy to flee. Заставили врага отступить. That's like force attack. Типа силовая атака была. Missed, промазал. I am pissed that I have missed. Меня немного раздражает то, что промазал. Missed again, снова промазал. Finally, наконец-то. Take this wood, забираем леса. За лесами, за полями, горы до леса, за ними, за лесами, лес до трава. Okay, let's check what's up here. Okay, enemy fortified. Там у нас враг как бы усилен. Now this. Теперь вот эти. Move directly to the city. Прямо в городочек заходят. More infantry. Больше пехоты. That artillery here. Эта артиллерия сюда перешла. Next turn. Следующая фаза. Would I manage to take the enemy? Интересно, смогу я взять врага? Kann ich gewinnen in diesem Krieg? Ich weiß nicht. Возможно ли победить в этой войне? Не знаю совершенно, блин. Okay, so reinforce, подкрепляем. That's... Restored, восстановили таким образом. Forces move in, войска сюда. Окей, bombardment, бомбардировка. I want this, я хочу вот эту. Whether that would be possible, смогу ли я сместить эту пушку, that freaking cannon. That's not a big thing. Что-то не очень-то много получилось.
Окей, fire there. Огонь туда. Мист промазали. Can I fire one more time? Могу ли еще атаковать? No. Нет. No damage, никакого урона. Still missed, все еще промазали. Only once, только один раз можем атаковать. Let's have... No, I don't need that. Нет, мне это не нужно. That should be resupplied. Это нужно заново восстановить. Let's try to charge. Давайте попробуем вот так вот пройти. Captured, захватили. Oh, never that was before. Никогда. Plus 33 H. Плюс 38 мы получили за захват. So, charging. Захватываем. Assault successful. Шторм успешен. Now assault here. Теперь сюда штурмуем. And и... Go! Погнали. Окей. Отлично. Legs look perfect. Пока выглядит все идеально. Can I attack mortar? Мортирики я пока не могу атаковать. Fucking mortars, долбанные мортиры. Okay, we will do this much more damage. Так мы гораздо больше урона нанесем. They're almost dead. Почти мертвы уже. More enemies, больше врагов. Are we concentrating attack on one flank? Мы концентрируем огонь по одному флангу. That would be that should be enough. Этого должно хватать. Heavy tanks, тяжелые танки. Ближе сюда. Horses, лошадки. Okay, let they will defend this side. Пусть с этой стороны защищают. I have 38, у меня 38 всего лишь этих самых очков. Okay, good, I've placed the infantry there. Отлично, что я вот там вот пехоту разместил. So my artillery defended, my artillery защищена. And, okay, the car is destroyed. Я думаю, машинку да уничтожили. Вот это уже выстоит. You can move right here. Прям тут можно сюда двигаться. -3, -3. And и... If I get here. Если я сюда подойду. Это все. Where is my infantry? Где моя пехота? Kill them. Убиваем. Yeah, cavalry is not good there. Да, вот кавалерия здесь не хороша, это точно. Awesome. Прикольно. Прекрасно. My artillery saved, защитил артиллерию. And let's see what's next. Смотрим, что дальше будет. They withdrawed, они отступили.
Тобто так, що атака проти вот этих легких целей. Окей, where is dive bombing? Где у нас эта самая бомбардировка, как бы ныряющая? I want that freaking cannons to be destroyed. Я хочу эту пушку долбаную разбить. Missed, промазали. She's hard to hit. Её, блин, тяжело поразить. Вон here, сюда пошли. No, tank, танк, вперед. С половину здоровья потерял. I'll go here, сюда пошли. Okay, now press it. Выдавливай. On the worst position, есть, на худшей позиции. Пошли. Kill him, убиваешь. And fire, и огонь. Missed, промазали, да ёлы-палы, твою ж мать. Finish off, приканчивайте уже. Долбанные танки, блин. Okay, that's... Can I fire? Могу ли я стрелять? No, I cannot fire. Нет, не могу стрелять. Let's see what down there. Давайте смотрим, что дальше у нас здесь. Okay, we are close to enemy territories. Мы уже близки к вражеским территориям. And he goes the infantry to пехота. Can I resupply? Можно ли восстановить? Yeah. Да. 288. Can I have artillery? 320. 320 нужно на артиллерию, чтобы иметь возможность использовать. Go hide in the trees. В деревья прячутся, пусть. Окей, that's all. Думаю, это все. Trying to kill my infantry. Пытаться пехоту завалить. Oh, very good. Очень хорошо получилось. And now I see the enemy. А теперь я вижу хоть врага. Отступил. And my artillery, артиллерия. If you go here, если сюда переедем. They can fire only there. Только сюда могут стрелять. Okay, don't mind. Ну ладно, давай сюда. This artillery cannot fire. No, нет. Nothing. Да твою мать, не то я хотел. Okay, I want to fire this tank. Хочу вот этот танк атаковать. Добрый, блин, дамаж. Никто так и не пострадал. It would be nice if somebody damaged. Было бы клево, если бы кто-то пострадал. Кому-то стало плохо. That's it, это все. Okay, one lost. I can fire one more. Еще можно раз стрелять. Finish off, давайте заканчиваем. Yeah, that's good. Это хорошо. Reinforce. Нужно восстановить.
Старт атак. Начинаем атак. Окей, дайв бомбинг. Бомбардировка точно идет. Those small tractors, эти маленькие бронированные тракторы. Окей, now force. Теперь заставляешь убраться. Assault failed, штурм провалился. This would go. Вот сейчас получится у нас все. Failed, снова провалился. Окей, that moved, это двигался. Attack, атакуем. And get inside is Asia. Now that's heavy. Вот это тяжело. 40th Royal Regiment. 40-й, 47-й эти самые получается отряды. I'm not ready to that. Я к этому не готов. Ну, вот этот не может двигаться. Reinforce. Восстановили. That have moved. Вот этот уже двигался. Terror close in Bruce. Артиллерия пусть приближается. Окей, okay, that's all I can do. Это все, что могу сделать. I dislike the gameplay. Мне, ну, не нравится игровой процесс, вот чисто скажу, как-то, блин, не впечатляет. Кстати, сказал один из зрителей, да, типа, посмотри, вот такая игрушка есть. So, my viewers told me that you can watch this, this is, like, interesting, but I don't feel this is interesting. Okay, they kill a lot, они много кого убивают. That's like a tank. Фактически танк у нас как бы. Okay, go here. Сюда пошли. Let's see the freaking recon. Давайте долбанную разведку смотреть. I cannot fire. Чё я не могу стрелять? Окей, good, очень хорошо. Artillery range, артиллерию дальше. Стреляем. So can I fire more? Могу ли еще сделать залп? No, нет. Окей, close in, давай приближаемся. Now here, сюда пошли. That's it. Ну, это, собственно, все, что я могу сделать. Cannons, пушки. Why they cannot fire? Почему они не могут туда стрелять? Окей, we go. Пошли сюда. We're in cover. Мы в укрытии. Hard attack, тяжелая атака. Can we engage? Можно ли сейчас войти? Okay, so this reinforce, это перезаправляемся. Reinforce тоже. Okay, let's kill this tank. Давайте вот этот танк убиваем пока. Тяжелая атака. And one more time, и еще. Okay, so that's really good. Это уже хорошо. Mm.
Ну, теперь this reinforce, вот этих снова подкрепляем. They cannot move, не могут двигаться. Out of range, вне радиуса. Давай сюда пошли. Reinforce подкрепили. Said I cannot see who moved or not. Жалко, я не могу видеть, кто двинулся, а кто нет. I cannot fire. Не могу стрелять. Skip actions. Пропускаем. Окей, those. Вот эти могут атаковать. 65, 65. Retreat, давайте отступим. Yeah. I lost the tank. Танк, твою мать, потерял. That's bad. Это плохо. Промазали. Окей, окей, хорошо. Now dive bombing. Теперь точная бомбардировка. Пошла. Dive bombing. Давай точную бомбардировку сюда. Oh, I can fire here. Я могу вот так вот выстрелить. 4-4. Артиллерия. Go there. Сюда. Only one strike. Только один удар. What's with my mortar? Что с мортирщиками? Freaking no, твою же мать. Can they say, может, могут атаковать? No, нет. Окей, танкс, танки. Can you assault? Можешь ли штурмовать? Can you attack? Можешь ли просто атаковать? Reinforce подкрепляем. Окей, так, давай сюда. Oh, that's really bad. Вот это вот совсем плохо. This like better to attack with infantry. Здесь понятно, лучше атаковать пехотой. Так, нормально. Motorized. Ну, давайте моторизированные эти ребята будут. Attack. В атаку. Now this dude. Вот эти чуваки. So go here. Тоже сюда. And the tanks. И танки. I guess we will do in next. Думаю, в следующий раунд мы уже сможем таки войти на позиции врага. Attack? Атаку? No. Cannot. Не можем атаковать. Надо кэнон, еще один. Пушка сзаду. And they destroyed. Они таки уничтожили. They destroyed the tank. Смогли уничтожить танки. Dive. Бомбардировка. Now we need just to kill this tank. Просто вот этот танк нужно убить и все.
заблокировано. Fire, огонь. Окей, танк is ready. Танк готов. Now we can press on. Теперь можно, собственно, штурмовать. Assault. В бой. Assault failed. Штурм провалился. Now this. Теперь вот эти. Again, снова провалился. Окей, танкс, танки. Attack. Вой. Мист промазал. Reinforce подкрепляем. They cannot move. Эти ребята не могут двинуться. Mortar, мортира работает. Еще промахи. I cannot attack, я не могу атаковать их. Okay, now this dudes, теперь вот эти чуваки. Okay, good. Отлично. That's a victory. Это победа. Now they will kill a lot of people. А вот теперь не, фашисты начнут убивать множество гражданских. Просто для развлечения. Just, you know, for... Thanks to a swift and confident reaction, we have managed to repel the British attack near Arras. Смогли отбить британскую атаку от Арраса и продвигаться дальше. It was in this battle that Rommel made the brilliant, unconventional decision to utilize Flak 88 anti-aircraft. В общем-то, именно здесь Роммель решил использовать Флак 88 против танков. Germany managed to secure the newly conquered territory, reaching all the way to the banks of the La Manche Channel. И таким образом они обеспечили проход к Ла-Маншу. Where encircled allied forces near Dunkirk found themselves between a rock and a hard place. Ну а теперь, собственно, битва за Дюнкерк будет. Thanks for playing. Спасибо за игру. I don't want to continue and play. Ой, не понравилась мне игрушка, дальше особо продолжать не вижу смысла. Ну а так она в целом качественная, нормальная, симпатичная графика, симпатичный так бой, да, понятно, что оно происходит и как. Там по 3 юнита достаточно. Ну, я в такие тактики не играл, мне просто сама Вторая мировая не нравится.